что приходилось работать, общаться с людьми, которые никакого отношения к актерству не имели. Он говорил, что если вдуматься, что в истоках великой актерской профессии стояли великие драматурги, писатели, мыслители, философы, реформаторы. Писались труды по этой школе, существует огромное количество школ в Америке, в Европе, в Азии, в Японии и так далее и тому подобное. Это была его личная воля. И он об этом всегда говорил, и говорил с большой болью. Знаете, я сейчас какую-то крамолу, наверное, скажу, что в Москве существуют памятники, безусловно, великим людям, великим создателям науки, техники, оружия и так далее, и тому подобное. Но мне кажется, что в Москве должен быть памятник человеку великой доброты, честности, порядочности, который в течение полувека приходил в каждый дом под Новый год. Это когда у всех были новые планы, одежды. Должен быть такой памятник в Москве. У Андрея Васильевича очень много учеников, последователей.